Три кота представляют свой первый фильм. Однажды Коржик, Карамелька, Компот и их родители отправились в долгожданный отпуск в теплые края. Жаль, что вы не приехали раньше. А то все котята с утра уехали на двухдневную детскую экскурсию. И что, в отеле нет других котят? Других нет. Ну вот, море, солнце. А поиграть не с кем. Это же кров. Ого! Какой-то конкурс среди крабов? Нет, крабовый фестиваль – это фестиваль еды, приготовленной из крабов. Что? Приедет какой-то знаменитый повар и приготовит из нашего крекера обед. Значит, мы спасем крабов! Здорово! Впереди большие приключения на большом экране. Рано утром рак и краб с корабля спускали трап. Три кота и море приключений! Только в кинотеатрах с 1 июня.